Гермес Фалькао младший всю свою жизнь провел служение. Сегодня он расскажет, как найти силу Божью для жизни и служения. Гермес, добро пожаловать на программу. Я очень рада, что вы пришли к нам. Спасибо за приглашение. Я тоже рад быть здесь. Когда я вижу, что вы всегда улыбаетесь и полны энтузиазма по отношению к Богу, откуда вы черпаете страсть эту? в Господе, в отношениях с Ним. Речь не о традициях или религии, а об отношениях с Отцом. А Он радостный. Может быть, это из-за вашего португальского происхождения или вашего характера? Да, бразильцы очень радостные по своей природе. Поэтому получилась прекрасная комбинация из бразильского происхождения и христианства. Вы всегда служили в разных служениях, но собственное служение запустили только в 2008 году. Как же оно так выросло за эти 10 лет? Прилично выросло, слава Богу. Вначале было сложно, потому что у меня было видение Слова от Бога, но не было ни знаний, ни ресурсов. Но служение прогрессировало и разрослось по многим странам. Мы достигаем разные народы мира и много делаем для Господа. Я видел множество спасений и исцелений. И это прекрасно. А еще вы помогаете в детских домах, проповедуете Евангелие и молитесь за больных, а также помогаете бедным. Да, мы организовываем миссионерские поездки. Мы привозим с собой команду, которая работает с сиротами и бедными. Мы очень много жертвуем на продукты для бедных. Мы также проводим крусейды и конференции. Мы запустили онлайн-школу. А еще у нас есть своя церковь. И недавно вы вернулись из Израиля, и там произошло что-то весьма вдохновляющее. Расскажите нам об этом. Да, во-первых, я хочу сказать, что обожаю Израиль. Я всегда любил Израиль, но что-то особенно происходит, когда вы приезжаете туда. Впервые я приехал туда в марте с женой и родителями, и мы служили там на телеканале ТБН Россия. В их студии в Иерусалиме. Они проводили марафон исцеления, Где три дня подряд служили больным и страждущим. Это было очень сильно. Это очень было сильно. Три дня? Да, три дня подряд были включения из разных студий, а мы были в Иерусалиме. Несколько часов мы молились за больных, делились ободряющим словом и изучали писание. Во время служения я почувствовал, что что-то происходит. Нам звонили люди со всего мира. Звонили люди, у которых был рак. Одна женщина позвонила, чтобы мы помолились за ее опухоль, потому что на завтра она собиралась к врачу. Все это было в прямом эфире. Через неделю я получил письмо от телеканала о том, что они побили собственный рекорд по количеству звонков в студию и свидетельств. Например, у той женщины так они могли найти опухоль. У людей исцелялись уши, почки и другие проблемы. Я видел, как сила Божья двигалась в прямом эфире по всему миру. Это было, конечно, очень поразительно. Я был тронут тем эфиром, который был тогда в Иерусалиме. Было сильное послание в тот день. Мне так радостно слышать такое о телевизионных программах. Удивительно. Да, я сам был очень вдохновлен. Да, очевидно, в вашем служении есть сила Божья, но вы также много проповедуете о важности написанного Слова Божье. А еще вы говорите о том, что мы должны жить в святости. Вы считаете, что это важные ингредиенты для проявления силы Божьей? или как расскажите что вы думаете нам это очень важно узнать я считаю что это основание очень важно чтобы служение придерживалось слова божьего в наше время многие люди из-за духовных проявлений хотят забыть о слове но Слово и Дух должны работать вместе. Они сильны вместе. Они не изолированы друг от друга. Они не против друг друга. И они ⁇ это основание для всего, что мы делаем. Слово Божье приносит знание, понимание и откровение. Что дает нам возможность переживать сверхъестественное? Это не значит, если у вас есть сверхъестественное, то нужно забывать о слове. А как насчет святости и покаяния даже в жизни христиан? Я верю в покаяние. На греческом покаяние это метаноя, что значит изменение мышления. Оно приводит нас к изменению направления. Иоанн Креститель говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье. Затем Иисус говорил, покайтесь, ибо пришло Царство Божье. А потом Петр в день Пятидесятницы сказал, покайтесь, чтобы ваши грехи были омыты. Мы видим прогрессию людей, проповедовавших о покаянии. Покаяние в прошлой жизни и грехах и обращение к Богу. Мы видим множество чудес и проявлений и даров Духа, но все сводится к спасению погибающих душ, которым нужно покаяться, чтобы родиться свыше. И я считаю, что важно вести чистую и святую жизнь и проповедовать о покаянии. Некоторые люди боятся об этом проповедовать. Но покаяние, покаяние крайне необходимо. Это хорошие советы для тех, кто хочет видеть больше силы Божьей в своей жизни. Как вы и сказали, за последние 10 лет Бог взращивал ваше служение. Но чтобы вы посоветовали тем, кто чувствует на себе Божье призвание, и кто хочет начать собственное служение. Ваш совет. Очень хороший вопрос. Совет номер один. Развивайте свои отношения с Богом. Развивайте отношения с Отцом. Проводите с Ним время. Изучайте Его Слово и поклоняйтесь Ему. Мы молимся Богу не для того, чтобы иметь служение, а потому что мы любим Его. Итак, в первую очередь, вам нужно развивать отношения с Богом. Во-вторых, нужно исполняться Святого Духа. Иисус сказал, ⁇ Ждите в Иерусалиме, пока не обличитесь в силу, а потом вы станете мне свидетелями в Иерусалиме, иудеи, Самарии и до края земли ⁇ в-третьих, найдите себе церковь, где вы укоренитесь и будете служить. Вам нужно быть под чьей-то властью и научиться служить, потому что смысл служения в том, чтобы быть слугой. Если вы думаете, что служение — это свет софитов и гламурная жизнь, то это не так. Научитесь служить. Многие люди не знают, что до появления моего собственного служения я служил в разных служениях. Например, четыре с половиной года я прослужил в церкви в Орландо. Я играл на гитаре и делал все, что от меня требовалось. Хотя это никак не было связано с проповедованием. То есть вы не искали для себя самые выгодные варианты, а делали все, о чем вас просили лидеры. Именно так. Я никогда не жаждал взяться за микрофон. Некоторые люди мечтают только об этом. Они пробиваются на сцену, но я, слава Богу, понял, что продвижением занимается Бог. Если у вас правильное сердце, то в правильное время Бог поместит вас в то место, которое вы даже представить не могли. Я никогда не боролся за микрофон и никогда не пытался доказать, какой я одаренный. Я никогда не был таким. Слава Богу, я говорил, Господь, ты видишь мое сердце. У меня есть желание проповедовать, но я не собираюсь расталкивать всех. А как понять, что у вас есть призвание от Бога, как вы получили свое призвание, это два вопроса. Конечно. Мне с детства пророчествовали об этом, но лично Господь начал говорить мне об этом в подростковом возрасте. Я всегда хотел видеть, как Бог движется. Когда мне было 16, я молился о том, чтобы через мою жизнь действовала сила Божья. Я читал «Даяния апостолов» и представлял, что сам делаю все те вещи, а также просил Бога действовать через меня. Вы мечтали об этом, это прекрасно. Да, эти мечты давал мне Господь. Я считаю, что Господь вкладывает желания в наши сердца. Он дает правильные желания с правильными мотивами. Поэтому, если вы не можете понять свое призвание, посмотрите на свои желания и на то, что вас трогает. Например, меня трогало, когда я видел больных людей и не знающих Бога. Я хотел евангелизировать и укреплять тело Христа. И эти желания заставляли меня двигаться. Если какие-то вещи совсем не трогают вас, то это явно не ваше призвание. Я так не думаю. Ваше призвание должно цеплять вас за живое. Вы должны чувствовать что-то особенное. Господь начал работать со мной, и когда мне было 23, все стало четко и ясно. Мне снились сны об этом. Я получал пророчество. Слышал это от Бога в личном общении с Ним. Внешне так не выглядело, но я знал, что это было Слово от Бога. Поэтому очень важно, чтобы вы развивали свои отношения с Богом и Духом Святым. А еще Он будет свидетельствовать об этом другим людям. Они начнут распознавать ваше призвание и будут поддерживать вас, видя Божью руку на вашей жизни. Вы говорили, что когда вы начали, у вас не было всех необходимых ресурсов, вы почувствовали призвание, но не знали, как начать, каким был первый шаг. Мои родители, служители, я пришел к ним и сказал, Господь говорит со мной об этом, что мне делать с этим. Я понимал, что буду проповедовать. Я решил подождать. И Господь дал мне первую возможность. Это было молодежное служение. Было очень сильно. Затем меня пригласила одна церковь, а после этого было, как снежный ком, одно за другим. Дух Святой направлял меня и устраивал все это. Каждый месяц я служил в новом месте. Затем мне вдруг стало абсолютно ясно как вступить в свое призвание. И в 2008 году мы начали служение рассвет пробуждения. Затем начался прогресс. Это не случилось за одну ночь, нет. Господь посадил семя в моем сердце, говорил со мной об этом. А потом я начал двигаться в этом направлении. Это был, конечно, интересный путь. Начинать сначала всегда очень тяжело. Вы упомянули своего отца, и это напомнило мне о важности наставничества. Вы еще молоды, а 10 лет назад были еще моложе. Вы сказали, что почувствовали призвание в 23 года. Да, именно так. Когда человек начинает что-то в любом возрасте, ему нужна помощь кого-то более мудрого. А какую роль во всем этом сыграл ваш отец? Расскажите об этом очень важную. Я бы сказал, что оба моих родителя сыграли в этом очень важную роль. С детства они учили меня важности отношений с Богом и силы Божьей. Я видел силу Божью. Мой отец проводил крусейды в Бразилии, и в нашем доме была комната с костылями и Правда? И другими средствами, которые люди использовали до своего исцеления. Удивительно, прекрасная идея постоянно держать перед глазами то, что сделал Господь. Именно так. Это как мемориал или памятник тому, что сделал Бог. Я делал исцеление, освобождение. Я видел много нехорошего в церкви. Но научился тому, что нужно держать свой взгляд на Иисусе. И это никогда не влияло на мою веру, потому что я знал, что Иисус реален. Я никогда не разочаровывался, когда какой-то пастор падал или какой-то человек оступался. Это никогда не влияло на мои отношения с Иисусом. Да, мы несовершенны, потому что и наши дела несовершенны. Совершенен только Бог. Да, иногда люди оступаются, и нужно это понимать. Это не оправдание, но мы во что бы то ни было, должны держать свой взгляд на Иисусе. А также иметь наставника? Yes. Yeah. Yeah. Да, иметь наставника yeah. очень важно. So вам нужен человек, mm -hmm. который Because будет говорить в вашу жизнь. Иногда люди, особенно молодые, думают, что знают все. Сейчас я постарше и понимаю это. Но когда вам 18 или 20, вам кажется, что у вас уже все схвачено. Вы во всем разобрались, и у вас полно энергии и страсти. Но иногда вам не хватает мудрости. Поэтому важно объединить оба этих аспекта. Думаю, этому поколению нужны мудрые, Взрослые люди. У вас была очень хорошая и любящая семья, но при этом ваше детство не назовешь легким. В школе вас постоянно обижали. Расскажите, почему это происходило. Да, меня часто обижали. Я был одаренным ребенком и быстро усваивал информацию. Я говорил с 9 месяцев и мог поддержать разговор. В три года я научился читать, играть в шахматы и немного знал английский. Тогда мы жили в Бразилии. Когда я пришел в школу, то уже пережал своих сверстников. Не потому, что меня заставляли родители, а потому что мне это было интересно. Учителя заметили, что им нечему вас учить и перевели вас в следующий класс. Да, я пропустил несколько классов. Я чувствовал себя изгоем. Я не хотел никого обижать, но, к примеру, я говорил маме. С детьми в школе что-то не так. Они не умеют читать, они же старше меня. Я не хотел никого обижать, я просто был ребенком. Дети стали задирать меня. Я был младше и меньше. Меня очень часто били, обижали, бросали. А учителя не знали, как мне помочь. Думаю, в то время в Бразилии учителя еще не знали, как поступать с детьми, которые не такие, как все. Они выставляли меня за дверь и так далее. Учителя, которым было за 20, говорили пятилетнему ребенку плохие слова. Это было, конечно, очень неприятно, но сейчас, я думаю, конечно же, все изменилось, и учителя действуют абсолютно по-другому, по другому принципу. Сейчас они точно знают, как поступать с такими детьми и что нужно с ними делать. Это привело к каким-то ранам в вашем сердце. Все эти люди были против вас, а вы лишь хотели учиться. В младших классах я сменил столько школ. Я переходил из школы в школу. Было сложно найти школу, которая готова была принять меня. Я чувствовал and отверженность, недопонимание, для ребенка это очень тяжело, но слава Богу в то самое время я крестился в Дух Святой, и это мне очень помогло. Бог был рядом, и когда я рассказываю об этом сегодня, это не вызывает болезненных эмоций. Это настолько далеко от меня что совсем не ранит меня. Я рассказываю об этом лишь для того, чтобы помочь кому-то. Бог работает с вами всем сердцем, и это влияет на вас настолько, что ваше прошлое не способно больше задевать вас. Оно превращается в безболезненные воспоминания, Иисус исцелил меня от боли, отверженности и неприятия. У меня нет никаких сожалений или обид по отношению к тем, кто обижал меня. Если у кого-то из наших зрителей есть подобные раны, то вы предлагаете им молиться и просить Господа Бога об исцелении этих ужасных ран. Да, придите к Господу с искренним сердцем, Расскажите ему, как вы себя чувствуете. Попросите других людей помолиться за вас и простите. В прощении есть огромная сила. Вы отпускаете их из своего сердца и больше не держите их. Когда вы держите непрощение и обиду, они блокируют поток Божьей жизни в вас. А вам это не нужно. Отпустите все это, чтобы изменить. И иметь полную свободу. Я решил простить и любить. Я не хотел держаться за обиду. У всех свои трудности. Нельзя осуждать людей за их чувства, потому что вы никогда не были на их месте. Но если вы переживали нечто подобное, вам нужно понять, что прошлое осталось в прошлом. Оно не должно контролировать ваше будущее и настоящее. Очень вдохновляюще. Надеюсь, люди прислушаются к вам. Два года назад вы женились, то есть восемь или девять лет вы занимались служением в одиночку, а два года назад женились. Я очень рад этому. Как же Бог привел к вам вашу жену? Это интересная история. Во-первых, Служить самому непросто, совсем непросто, но Бог дал мне свою благодать для этого. Я молился о том, чтобы найти жену и жениться. Это было мое желание. А Бог знает наше желание. Я говорил, «Господь, прошло уже много времени, когда ты дашь мне жену». Я молился и даже постился за это. В тот год, когда я женился, я постился и сказал, «Господь, я верю, что это произойдет в этом году». Я не согласен проходить холостым еще целый год. Я ожидаю прорыва в этой сфере. Иногда нужно прорываться в духе, а не только в естественных вещах. Естественное тоже важно. Но вначале я двигался в духе. Моя жена Габриэла была учителем английского в Бразилии. Мне нужна была помощь в том, чтобы перевести одну из моих книг на португальский. Моя мама знала кого-то, кто знал ее. Вначале она познакомилась с моей мамой. Вначале я связывался с ней по почте из-за книги. Я и не думал жениться. А затем она переехала в Америку. И нас представили друг к другу. Она приехала в наш город, и я должен был ей помочь в ее делах. Знаете, это была обычная просьба хороший повод для романтической встречи. Да, мы стали общаться. Она рассказала, что у нее на сердце, и через 10 дней я понял, что мы не просто друзья. Мы решили помолиться об этом. Я сказал, «Господь, если это от Тебя, то скажи мне об этом». Я не хочу впустую тратить время. И сегодня я советую молодым людям не тратить свое время на то, в чем вы не уверены. Просите Бога показать вам четко и ясно. Итак, я сказал, Господь, это от тебя? Если да, то я хочу то же, что и ты. Но если нет, то я хочу разорвать эти отношения прямо сейчас. И Господь сказал, это от меня. Слава Богу. Аллилуйя. Тоже Бог сказал и ей. Мы не хотели зря тратить время. Аллилуйя. И через пять месяцев, через пять счастливых месяцев мы поженились. То есть вы обручились сразу после вашего знакомства? Да, мы сразу же обручились. Сразу же. То есть вы были полностью уверены? Думаю, каждый человек должен быть уверен в правильности своего выбора. Я не говорю, что всем нужно делать так, как сделал я. Я понимаю, что у каждой пары своя история. Поэтому я не говорю, что это единственный путь, но я всем советую молиться от всего сердца. Бог знает ваше сердце и знает, что вам нужно. И это великолепно. Ух ты, спасибо за такое ободрение. А теперь у вас есть возможность обратиться к зрителям и сказать то, что Бог положил вам в сердце. Прекрасно. Я верю, что Бог творит сейчас нечто особенное. В мире сейчас происходит много плохого, но у церкви должно быть правильное мышление и правильное отношение, чтобы понимать, что Господь хочет делать в это время. Я имею в виду, что мы живем... Во время самого сильного движения Божьего, например, технологии сегодня развиваются так быстро, как никогда, появляются новые невероятные способы общения. Я рассказывал, как наше служение в Иерусалиме затронуло весь мир. И это лишь напоминание о том, что мы можем пользоваться ресурсами и технологиями для распространения Евангелия. Очень много ресурсов, которые могут быть использованы во благо. Я думаю, что перед приходом Господа церковь ожидает великое время. И нам нужно жить с ожиданием его прихода. Не думайте, что это произойдет через тысячу лет. Мы не знаем, когда именно это будет, но мы точно знаем, что Иисус вернется, и церковь должна быть готова к этому. Нам пора молиться и поститься так, как никогда, читать Слово, распространять Евангелие и служить Господу. Обязательно найдите такое место, которое будет вдохновлять и оснащать вас для эффективного достижения погибающих, исцеления больных, высвобождения силы Божьей и демонстрации Царства Божьего здесь и сейчас. Думаю, это будет прекрасное и удивительное время для Церкви по всему миру. Я думаю, это будет просто потрясающе. Спасибо, Гермес, за интервью. Благословение вам и вашей жене, вашим родителям и всему вашему огромному служению. Большое спасибо и вам того же. Спасибо.